Многие из этих артефактов из цивилизации инков. Власти Боливии объявили, что уберегли их от продажи на черном рынке. Около 20 гончарных изделий собирались незаконно вывезти в США. По словам чиновников, древние ценности изъяли в аэропорту Эль-Альто. Туда их привезли из Перу. Контрабандистов пока не арестовали. Боливийская полиция провела операцию на контрольно-пропускном пункте. Она обнаружила древности, очень ценные не только с экономической точки зрения, но также с культурной и исторической. Некоторые происходят из цивилизации инков. Ряд артефактов также принадлежит цивилизации Чиму. Это доколумбовая культура Южной Америки. Она существовала с 13 по 15 века нашей эры. Конечно, это заслуга Министерства культуры. Мы хорошо скоординировались с полицией, поэтому и смогли обнаружить древности. В общей сложности было 17 артефактов. Среди них корзины и керамика. Также среди древних ценностей – вазы с элементами в виде животных. Партию оценивают в десятки тысяч долларов.